Юл, привет, братишечка мой, сестреночка моя. С тобой, как всегда, я отец Шиморо. Мы находимся с тобой в Дейзике, где продолжаем наши приключения. Ты ставишь мне 1 000 000 лайков и говоришь: отец, я хочу еще Дейз. Так вот, я принес тебе Дейз, братишечка. Я не знаю, что это за хуйня на поле, но это очень сильно похоже на Airdrop. Неужели мне удивительно повезло, братишки мои, сестреночки? Блять, что-то мне подсказывает чуйка, что мне пизда на этой серии, братики мои, сестреночки. Прям подсказывает чуйка. Слышишь? Уже работа пошла. Кто-то подпасивает. Так, здесь я закрыт камнем. Сука! Кто-то эйр пасет, ребята. Блять, вот это у нас серийка начинается с тобой, братишки мои. Там хуй, походу, за эйрдропом. Хотя ничего не понятно. Значит так, мы с тобой продолжаем движение на сервере, да? Но мне пока не ясно, что происходит вообще внутри. Очень близко был выстрел. Соответственно, скорее всего, какие-то мальчата. Давай именовать их мальчишки. Ну, значит, парни-выживальщики. Где-то здесь крысятся. Блять, я боюсь подходить к этому эйрдропу, братики мои. Я могу все проебать абсолютно. Это надо работать только под прикрытием. И дистанцию у меня не под... Хуй лежит в кустах. Был убит. Только что. Снайпером слева. Это же хуй лежит в кустах. У меня нет бинокля. Нихуя я резнулся, блядь. Я здесь просто на серии остановился. У меня вообще работает? У меня не работает нихуя. Сука. У меня нихуя не работает, братики мои. Сейчас снимем батарку. Ебанем батареечку сюда. Как бы меня не разъебали нахуй. Ну все, пизда это приключению, короче. Где-то снайпер. Вон тело. Хуйня этот прицел, блядь. Лучше я сюда повешу батарейку на самом деле. Продолжаем сидеть, не двигаться. Нужно отработать эту позицию и посмотреть, что у нас будет из этого происходить. Сука. Тело исчезло. Тело исчезло. Было вот здесь тело. Ты видел все сам. Я сюда батарейку повесил, блядь. Короче, ребята, ситуация печальная. Я бы сказал, крайне печальная. Я не знаю, где хуй. Больше airdrop лутать никто не идет. Может быть, когда пройдет красный огонь, пройдет ли он, как в PUBG здесь? Привалили челика, где-то слева. С какой позиции, нихуя мне не ясно. Хорошо, что я оказался перекрыт камнем. Блять, это приманка для меня, мне кажется, нахуй. Вот эту розовую метку мы должны убрать. Она нам нахуй не нужна. Мне нужна другая метка, на которую я смотрю сейчас. Black Market. Вот сюда. К эйру никто не двигается. К эйрдропу никто не бежит. Возможно, его залутали. И челик, который вот здесь лежал в кустах, был убиенен на подходах. Возможно, сейчас идет пассива эйрдропа. Точно не могу сказать. Я могу рискнуть, конечно, но я все проебу, я чувствую. Потому что это, эту территорию пасут явно с чашечкой кофе, блядь. Какой-то кемпедрило, короче, здесь. Где-то находится. Мне бы вычислить его позицию. Выстрел был четкий, хладнокровный слева. По кому работающий, непонятно. За... Сзади меня тоже накидули. Я не пойду, наверное, на эйр.
Это чистый open field, чистое открытое поле. Это нужно быть дурачком. Я могу, конечно, посмотреть еще какое-то время за ним, да? Понаблюдать, куда пойдет челик, числануть его. Но вокруг меня вот и в выборе сейчас стреляют, да? Получается, где-то там. Я кого-то слышал? Ты кого-то слышал? Блять. Я зажат с двух сторон. Были выстрелы слева. Что-то тяжелое. Возможно, снайперская винтовка. По опенфилду сейчас, да? Тоже никто никуда не идет. Это может означать только одно. Хуй, который здесь присутствует, да, имеется в наличии. Он также наблюдает за аирдропом. Аирдроп явно на пассиве. Не я один сейчас смотрю снайперскую. Это зомби. Будет ли реакция у кого-то на зомби? Сзади меня стреляют в выборе. Мне нужно двигаться туда, но мне придется обходить через право в любом случае. Зомбарик. Если где-то кто-то прячется рядом с аирдропом, зомбарик на него сагрится. Тут логика железная. Но я не вижу никакого движения больше. Хуй может где-то лежать. Зомбарик в нуле реакции. Аирдроп, скорее всего, залутанный. Да, здесь же челика привалили. Надо будет разобрать, потом посмотреть, что за челик нахуй. Короче, мне нужно двигаться, ребята. Момент опизделения, короче, присутствует на этой серии однозначный. Выстрелы были здесь, на военочке. Блять, внимательные ли здесь ребятки, блять? Сообщи о движении, если увидишь. Нам нужно осмотреться, я прям в засаде в какой-то, блять. Там аирдроп, здесь стреляют. Есть ли движение в казармах какое-то? Возможно, здесь хуец зомбица привалил, да? Движения на территории нету абсолютно. Сука. Бля, мне очень хуевое предчувствие на эту серию, честно. Но, знаешь, бывает такое чувство, заходишь, что просто пизда. Выстрелы были прямо здесь. Возможно, медичку кто-то лутал. Движений перебежчиков я не вижу. Но мне нужно двигаться в любом случае. Бля, меня подсидят нахуй. Ощущение, что я в очень невыгодной ситуации сейчас нахожусь. Не знаю, какое у тебя чувство, но у меня чувство полного опизделения почему-то, блядь. Ну, бывает такое чувство. Ты знаешь, я больше всего боюсь умереть от крысы какой-нибудь. Я слышал движение. Слушай, очень хуёво мне. Нужно бежать в опен. Мне нужно двигаться к цели. Территория базы большая. Стреляли здесь и правее от нее. То есть здесь логика железная. Хуй присутствует в наличии.
Но где он крысит, непонятно. Может и не крысит, может и лутается просто. Движения на дороге абсолютно никакой. В очень неуверенном положении я, блядь, быстрая перебежка в open по лесу, потом оказаться открытым на чистом поле. Но это такие мои перспективы. Какие еще варианты? Зайти на базу, зачистить ее? Смысл? У меня все есть. Попасться в угол вижу хуй на крыше. Это зомбарь. А чё зомбарь делает на крыше, блядь? Будет какой-нибудь агро на него? Давай подождем. Буквально минуточку-две, да? И попробуем решить вопрос как-то. Ну, то есть... Здесь имеется чужое присутствие, то есть явно, да? Были выстрелы. Выстрелы, возможно, были по зомби, потому что ответных выстрелов не было. Никаких очередей никто не пускал. Зомби ресуются. Зомби исчез. Блять, мне надо было проследить, сагрился он на кого-то в той стороне или нет. Сука, какая же здесь все-таки страшная игра, блядь, когда у тебя нет прикрытия и когда ты один ебашишь. А ведь челиков может быть несколько, понимаешь? Они по инфе работают сейчас, чекают ситуацию. У них все заебись, где-то схрон рядом. А я, блядь, одинокий волк, Дункан Маклауд, блядь. И я не знаю, что происходит сейчас справа от меня, какое движение может быть и так далее. Ну, хотелось бы, конечно, наживку. Ебануть. Хочу еще немножко послушать. Короче, челик здесь явно лутается. Куда он собирается выходить, непонятно. По идее, у меня очень хорошая позиция встретить его вот здесь, на этих каких-то воротах. Но пойдет ли он в эту сторону? Есть ли у него товарищ, который прикроет его в спину? Если хуй выбежит с базы, с территории, да, именно здесь, то мы его перекроем. Мне бы хотя бы знак, что ты здесь, маленький, блядь. Покажись, блядь. Может, вышку лутануть хочешь? Казармы открыты. Короче, опасная игра. Не знаю, с какой позиции лучше зайти. Просто бегать по базе и чистить ее смысла не вижу. В углу может сидеть. Не хочется все проебать от угла, но предчувствие на серию хуевое. Движения на территории тоже нету. По крайней мере, я его не вижу. Ни в здании, ни в казармах. Нихуя нет. Короче, нужно двигаться дальше по намеченному плану. Аирдроп брать не буду, ну его нахуй. Там в опенфилде хуй сидит где-то в кусте. По-любому чекает его. Нет движения. Зомбарь, который резнулся там,
Неизвестно, сагрился он на кого-то в той стороне или нет. Блять, ну побегу через поле, открою себе спину. А у меня выбор есть? У меня нету выбора. Нет, можно было бы здесь сидеть с чашкой кофе, блять. Но это геймплей не для меня. Я и так посидел здесь очень долго. Аирдроп чекать не буду, он палец. Слева был выстрел. Будем двигаться по намеченному курсу. А вот в Days, да, что удивительная особенность этой игры. Точнее, в чем? В том, что... Боишься, когда ты залутанный. Вот когда ты не залутанный, бегаешь такой весь на приключениях, понимаешь, бля? У тебя говно оружие там. Хуяк-хуяк залутыша встретил, заебись тебе. То есть пизда-то, то есть если вдруг там кого-то уничтожил, там забрал его гир. А когда ты залутанный, сука, присутствует такое небольшое давление в очке, понимаешь? Не то чтобы оно сильно сжимается, но хочется быть аккуратным, не хочется отдать, понимаешь, весь свой гир, все свое снаряжение, то, что ты налутал. Просто так. Вот такая вот удивительная особенность этой игры. Но рано или поздно у тебя это все отберут, если у тебя нет схрона, если ты такой, как я, блядь. Тебя это все отберут, братик, блядь. Но не хотелось бы, конечно. Вот здесь нужно понимать, что либо ты, либо тебя. Это такая игра. Все как в жизни, блядь. Тот, кто внимательней, тот, кто вовремя, значит, занял хорошую позицию, и ему посчастливилось, соответственно, найти другого мальчонка, тот и в выгодной ситуации. Такая игра. Допустим, я занял эту позицию. Да? Сарай. А на поле пробежит сейчас хуй, например. Да? То есть, у меня ситуация выгодная. Позиция пиздатая. А парню не повезет. Это что было? Это был зомби или движение? Мне показалось? Там находится Эйр. Меня вроде бы никто не выслеживает. Блять, мне очень нужна здесь какая-нибудь положительная ситуация. Людей на сервере много, да, но все они играют, такое ощущение, очень аккуратно. Опенфилдовых ребят я вообще не вижу. Вот как мы встретили нашего мальчишку, да? Нашего пиздюлишку. Больше мы с тобой вот визуально ни с кем не сталкивались вообще. То есть это очень странно. И в опенфилде никого мы с тобой не видим. Ладно, побежим южнее сейчас, посмотрим, что у нас будет. Ну, блядь. Ситуация меня вообще не радует, братики мои. Я в каком-то непонятном мне окружении нахожусь. Сейчас с окон посмотрим. То есть явно люди поблизости есть, да, мы слышали перестрелки, но... Что это за люди? Что они здесь делают? Атлас Байпад. Это трипод, блядь. Но подожди-ка.
Заебись, блядь. У нас тренога появилась с тобой. Ну-ка, если лягу. Как активировать треногу? Блядь, мы с тобой снарядили еще ганчик. Это заебись, конечно, но... Как его разложить? Ну-ка, дай-ка посмотрим. Мы с тобой ни разу этим не занимались. Управление, клавиатура. Привязка клавиш. Groups. Ванила плюс Deathmatch. Камера. Вот. Это build mode, подожди. Это двигаться. А виды вооружения, подожди. Поменять режим ведения огня. Хорошо. Зарядить оружие, сильный удар. Модификация повышения. Взаимодействие с окружающей средой. А, бросить, бросить. Вид камеры V Enter. Сфокусировать зрение. Приблизить, отдалить. Переключить на свободный текстовый чат. Увеличить голосовой диапазон. Но... Здесь нету ничего подобного. Короче, если вдруг знаешь, скажи мне. Дым пропал. Значит, аирдроп кто-то лутанул, да? Или он автоматически пропадает через какое-то время? Дым только что исчез на наших глазах. Нет, он есть. Это в доме, блядь, его нет. Вот, сука. По дороге никто не несется! Мне нужно где-то схрон делать. Это Вовка песню поет. А в кустах кто-то идется. Сука. Блядь, понимаешь, когда ты так вот выживаешь, тебе хочется быть первым. Имеется в виду заметить первым человека и взять его уже на мушку. Потому что я могу зайти в любой дом, в любом поселении. Мне, кстати, нужна еда. Вот. Могу зайти в любой дом, в любом абсолютно поселении и получить с дробовика въебало. В свое время, да, такой стиль игры был у ребят PlayerUnknown's Battlegrounds. То есть прям с дробашами, блядь, в домах, нахуй. Вот тогда у меня жопа разорвалась вообще от пабля. То есть какая ситуация? Ты охуенный парень, да? Ты уничтожил пол сервера. Уничтожил при том пол сервера. Рядом с таким, блядь, непримечательным домом. Ну, который нахуй никому не нужен. Там ни лута, нет ничего. Вот, ты заходишь перезарядиться в этот дом после того, как убил пятерых. У тебя все заебись. Ты парень умелый, смелый. Ты думаешь, блядь, охуенно. Двигаемся дальше. Заходишь в этот дом. А там в углу все это время, пока ты убивал вокруг этого дома кучу людей, сидел парень. А в руках у него был только дробовик, который он залутал со старта. Он дает тебе въебало. И вся твоя катка на этом заканчивается. Вот такие охуенные истории. И ты знаешь, это правда. Пончо, блядь. И в PUBG таких ребятишек определенное количество есть. И до сих пор... Что за звуки? Мне бы еды найти в этом доме. Точнее, не в доме, а в этом городе. Мне очень не нравится, как все тихо. Мне очень не нравится, как все идет, блядь. У меня постоянно паранойя развивается от этой игры.
Мне нужна новая жертва, мне нужен новый друг, блядь. Но мне нужен схрон. Мне нужно изучить, короче, элементы строительства полностью. Будем с тобой строиться, короче, я решил. Невозможно без только на своих двоих переносить лут. Потому что тебе стрёмно за него. Так я сложу в схрон какие-то пушки, блядь. И спокойненько пойду дальше воевать с другими. Ну, то есть это логично. Тут никаких противоречий нет. Противоядие, топор. Так, ну топор у меня этот был. В газовую зону я могу сходить. Дай-ка я вот так вот сделаю. Разрядим вот эту залупу, выкинем. Мне нужно сейчас больше для еды места. Еда очень важна. Хуяк? Нахуй. Блять, а это не подойдет к моей пипялечке? Стоп-пушечка. В Африке реки вот такой ширины. Нет. Но в любом случае мы двигаемся на юг. Разрядим залупу. Магазин я бы этот оставил. Я все хочу попытаться пройти на черный рынок и продаться там. Конечно, парень я, блядь, хитро выебанный, блядь. Хочу сохранить то, что на мне есть, понимаешь? Но это совсем не просто так, да сука, сделать в окружении, например, да? Опять информация про аирдропы. Нам нужно вон туда, на 3.3. Возможно, там черный рынок работает. И мы уже близко, в принципе, к этой зоне. Ебать. Сука. Понастроили, блядь. Общественное достояние, общий город вообще-то. Понастроили, блядь. И вот как бегать вокруг таких локаций? Там же снайпер может сидеть. Сука. Будем двигаться на юг, будем двигаться ближе к пляжу. Нужно сделать схрон какой-то. Где именно и как? Можно, в принципе, ящик соорудить, да, насколько я понимаю. Правда, я не знаю, как он собирается, но нужно разобраться, нужно посмотреть рецепты, соответственно. Я к следующей серии этим буду заниматься. Вот, нужно будет выбрать место схрона. И, соответственно, заебашить неплохой такой схрончанский. Да, для того, чтобы у нас с тобой... Там не хуй лежит на поле. Это камень. Потому что я чувствую, что без схрона, понимаешь, что-то не то идет. То есть, ну, я понимаю, что у меня нихуя нету-то на персонаже. То есть мой персонаж, он... Он, блядь, вот все, что на нем есть, понимаешь? Если меня пизданут, все это кончится. Вот это вот печальная ситуация. Без схрона играть — это пиздос без базы. Потому что так бы можно было бы рискнуть, подлезть, умереть там от аирдропа, но я бы потерял, например, часть своего снаряжения. А так у меня нихуя ни схронов, ни хуев нету, да? Блядь, база чья-то. С вертолетом, нахуй. С громадным, нахуй. Вот люди живут, блядь. Говорят, все, денег нету, нахуй. Смотри, блядь. Просто пиздос. Ебануться под откос.
Это я понимаю, у ребят все хорошо, блядь. Заходи на сервачок, блядь. Летай. Этих вертолетов взорвать никак нельзя, я не могу понять. Почему так в открытую их ставят? Повреждения какие-то нанести можно? То есть здесь нету явно гранатометов, правильно? Всякой такой залупы. Но, блядь, у вас вертолет просто стоит открытую. Никто не будет атаковать? Ладно, давай двигаться в нашем направлении. У меня предчувствие все равно хуевое на эту серию. Такое бывает. Поэтому... Тут очень много таких моментов, которые нужно учитывать. Когда предчувствие хуевое, возможно, это хуевое тебе настигнет. Поэтому лучше о хуевом не думать, но тем не менее. Сука. Может быть, там черный рынок будет работать, и я смогу продать какие-то вещи. Купить что-то, я не знаю, коробку, блядь, для схрона какую-нибудь. Еды мало, вода есть. В принципе, все заебись. Найти бы кого-то. Мне нужно построиться. Теперь у меня цель, знаешь, такая есть. Залутаться я залутан, да? Патров достаточно. Всего достаточно. Что еще нужно? Это, блядь, база. Рюкзак нужен побольше еще. Вот какая у меня цель была. Это рюкзак пиздатый. Мне нужно больше места, больше слотов. Чтобы я мог материалов набрать и прочее сделать. Здесь очень долго идет реакция доставания винтовки. То есть, если я кого-то сейчас встречаю, я нажимаю, блядь, и проходит 2 секунды, чтобы я начал стрелять. Если чел прицелится первым, это пиздец. Смотри, вот я нажимаю кнопку, оп-оп. Оп-оп. Это очень долго. Блядь, это нереально долго. Ты не среагируешь моментально ни на что. Хорошая позиция. Очень долгая реакция получается у нас. Именно игровая, не твоя. Ты, может, реагируешь быстро, блядь, но пока чел достанет. Движение. Все дома закрыты. Все дома закрыты. Смотри, никого. Охуенный парень, блядь. А не преследует ли меня кто-то? Ощущение, что я сзади какие-то звуки слышу. Если этот черный рынок не работает, то это пизда. Мне просто сказали, что, скорее всего, здесь черный рынок работает. И таким образом мы пройдем с тобой к берегу и встретим ребятишек. То есть моя задача встретить людей. Возможно, с кем-то подружиться, сказать: «Да! Вот я, Володька, блядь, охуенный парень, блядь! С севера иду. Вот видишь, набрал. Хочешь, дам тебе пистолет. Или нож». Дал ему нож. Терся в доверие, блядь. Бля, если он потом тебя зарежет, ему нахуй. Опа, нихуя. Ебенилово жесткое. Но это отголоски. Где работают-то, блядь? Кикиморки, блядь. На Hunting Quests? Квесты по охоте? Блядь, где-то там в лесах ебашутся. Пойдем сходим нахуй. Хули нам кабанам, блядь. Проебем так проебем все нахуй. Будет что лутать. Нихуевая такая очередь выстрелов, стрелял один человек.
А с одного вида вооружения ответки не было. И почему-то где-то в ебенях в глухомане. Это кто-то охотится, видимо. Немножечко с маршрута съехали. Ничего страшного. А может байт? Уже ближе. С базы? Там база где-то? Это вот в этой деревушке. Это нихуя не охота. Здесь военочка. Кто-то зомби хуярит. Но стреляет один вид вооружения. Зомби ходит. Стреляют явно здесь. Здесь есть хуй. Он мне нужен. Вон он побежал. Побежал чел. В кустах. Сука. Зачищун, блядь. Пиздился он с зомби, как я и говорил, да? То есть, потому что если идет перестрелка, то, соответственно, два вида вооружения отвечают друг другу. Он пострелял по зомби, понял, что пошумел. У чувака чуйка сработала, пиздец. Потому что остановился бы он лутаться, я бы его поймал на этом. Вернется он мне. Может, он забайтил и отбежал? Побежал туда вниз. Стрелял непонятно из чего. Блять. Предлагаю пойти на перем... Блять, но у меня нет преимущества. Теперь оно у него. Я не знаю его точного местоположения. У меня единственное преимущество то, что я знаю, где он. Ну, то есть примерное местоположение. Он не знает, что за ним следят. Вот так же и ты, допустим, да, лутаешь какую-то позицию в этой игре. Думаешь, блядь, у тебя все заебись. А за тобой хуй уже следит снайперский прицел. И ты этого не можешь предполагать. Он челик не знает. У меня есть преимущество небольшое, но... Оно нивелируется тем, что он сменил позицию. Теперь у меня нет нихуя. Куда он побежал? И зачем он побежал, тоже непонятно. Было бы пиздато проследить за ним, рвануть сразу. Но я тоже не знаю ситуации вокруг. Это явно одиночка. Хуй с обычным рюкзаком. Чекает военочку. Вдоль рельс стоять не стоит. Блять, может, выйду на след. Ну, пожалуйста, маленький. Это же охота, блядь. Могу ли я унюхать след игрока? Может, ты пошел попить к речке?
А в руках у тебя Стечкин? Блять, а? Вот такая вот охота в лесах, в ебенях. Нихуя не понятно. Блять, мне тепловизор нужен. Конечно, я дохуя захотел. Я сейчас его, по идее, подрезаю, но я не знаю, куда он бежит. Возможно, он бежит к схрону. Залутался радостный, блядь. Если видишь, напиши мне, потому что я могу не увидеть. Я стараюсь внимательно сейчас рассматривать всю территорию. Возможно, здесь где-то схрон у чела. Движение, в принципе, среди кустов очень хорошо видно в дейзике. Блять, хочется быть аккуратным, тихим убийцей, блять, понимаешь? Либо тем, кто познакомился с кем-то. Ну, то есть такое, не хочется просто взять и отдаться. Это кто там нахуй сидит? Это коряга или волк? Коряга. Чела я не вижу, но, возможно, здесь есть какой-то схрон чей-то. Интересное место для схрона. Между камнями, знаешь. Залупу всякую поделать. Гриб-зонтик. Не нравится мне такое поле. Ладно, двигаемся по намеченному плану. Возможно, там кого-то встретим. Чел, возможно, очень рядом. Ягодки, кстати, вот видишь. Вот. Да? Нет. Возможно, чел бежит тоже на черный рынок сейчас. Сука. Он так и манит меня. Там медведь сзади. Шел нахуй медведь. Блять. Чел еще здесь. Блять, что я делаю, что я вытворяю? Это тело зомби? На железке? Или тело чела? Это свежий трупак. Чей? Почему переключиться не могу? Он где-то здесь. Чел вообще не боится тратить патры на зомбарей, блядь. Винтовка та же. Он стреляет и патров не щадит вообще нихуя. А сзади медведь, блядь. Ох, блядь. Перекусим. Я не знаю, как его поймать, блядь. Я не знаю, как его поймать, но он где-то здесь. Понимаешь, так и заманивает меня нахуй на движуху, а, блядь? Всю пульку я себе въебал.
Вот это вот очень плохо. Пройдет мимо меня, не? Да тихо, Мишка, блядь, ты мне нахуй не нужен. У меня здесь жертва где-то бегает. Хуёвая идея, на самом деле, вот так вот. Пытаться числануть кого-то в лесу. Очень хуёвая идея, потому что все, что у меня есть, это его показатели выстрелов, да? То есть он почему-то стреляет, блядь, я туда реагирую. Я увидел, кстати, тело зомби, что он там привалил. Чел просто бегает и расстреливает все к хуям. Ну и быстро, естественно, меняет позицию. Поэтому такая охота, я не знаю, может быть, мы встретимся у черного рынка с ним. Может быть, он пойдет продавать награбленное. Мне сейчас зацепиться бы взглядом, понимаешь, за движение его. И тогда я бы уже пошел по следу. Дождался, пока он остановится перекусить, и сделал бы свое грязное дело, блядь. Но я понятия не имею, где хуй. Ну, просто мы знаем, что в нашем квадрате есть человек. С непонятной винтовкой, который любит пострелять по всему, что движется, блядь. И, возможно, он придет сюда. Лук. Вероятность того, что он придет сюда, крайне высока. Возможно, это и есть территория его маршрута. Сука. Дождаться его здесь и хладнокровно черепыжнуть. У меня есть дальномер, кстати. Возможно, именно здесь мы и можем встретиться, кстати говоря. Пустая пачка сигарет. Компенсатор, блядь, у меня был. Смотри, мы надели. Хуя у нас ганчик. Камуфляжик, фонарик вон лежит, кстати говоря. Пойдет он универсальный, не? Возможно, он уже здесь был, тот парень. Но двигается он как-то интересно, я не могу понять его логики. Блять, это реально выживание, просто это охуенно. Когда ты один, тебе еще очковее, блять. А может быть, прямо здесь сейчас кто-то есть. Выглядит все незалутанным, берет. Мешок какой-то. Водонепроницаемый рюкзак. 63 слота. У меня тоже 63. Мне нужен побольше рюкзак. Блять, может, увидим его в параллели где-нибудь? Здесь все лутали недавно совсем. Слушай, мне вот интересно. У бинокля дистанция выше? Или нет? По обзору. Блять, у меня почему-то чувство, что он должен пройти по противоположному берегу, либо зайти в эти дома. Но вот есть такая чуйка, блять, интуиция. Мы должны с ним пересечься. Нет у тебя такой чуйки? Охотничий нож. От ножа не уйдешь. Ну, братик, ну приди сюда, полутайся. Здесь же заебись. Ты же на карте видишь это место. На карте оно отмечено.
Hunting Quests. Мы находимся здесь. Охотился он вот здесь. То есть вот эту вот мою military base, вот эту он чистил. Соответственно, где-то в этой позиции он двигался по рельсам. Возможно, он захочет сюда прийти и полутаться по логике. Либо он пойдет выше вот, вот сюда. Что это за объект? Это, видимо, город. Если он двигаться в этом в направлении, то мы не пересечемся. Если он здесь... то, может быть, мы и встретимся. Но, видимо, он выбрал другой путь. Он выбрал другой маршрут. Сука. Как же интересно это на самом деле. Как бы меня сейчас, блядь, кто-то не анализировал, нахуй. Тяжело прочитать игроков. Можно оценивать ситуацию только по местности, да? По какой-то. То есть вот мы видим, что есть населенный пункт рядом и есть место для лутания. Куда отправится чел? Либо туда, либо туда. Но, видимо, он отправился на север. Чел пострелять любит, значит, чувствует в себе уверенность и смелость. Что у него нихуя нет. Есть одна винтовка. Если кто-то прибежит, возможно, он подружится, либо еще что-то. На противоположной стороне я тоже никого не вижу. Как же тяжело пересечь, сука, огромная карта. Игроков на сервере много. Их реально дохуя. Но как тяжело пересечься с кем-то. Это надо долго вычислять, либо в локациях быть нужных. Здесь можно занять холм и тоже посмотреть, что как. Главное, чтобы челик со спины не бежал тоже по маршруту какому-то. Ни костров, ни горящихся автомобилей, нихуя. Никто не запаливает свою позицию. Просто заходить в какие-то локации тоже стрёмно, потому что там уже может сидеть хуй. Не, ну здесь у нас раздолье больше, здесь респаун рядом. Мне нужны курьеры с едой, на самом деле. Сейчас посмотрим, от какой позиции мы будем играть. Здесь может быть схрон, кстати, где-нибудь на краю карты. Вон там, вон на горе где-нибудь. Блять, ну человека этого я не вижу, к сожалению, ребята. Очень нам она жаль, блядь. Я думал, что сейчас мы поохотимся на кого-то. Но, к сожалению, нет, братишки мои, сестренки. Нам нужен схрон. Мне нужно делать базу. Как ты на это смотришь? Не базу, а хотя бы схрон, блядь, где я могу все сохранить. Там сказать тебе, вот я, блядь, спрятал. Тебе, естественно, серии не показывать. Тут найдешь схрон. Вот. Либо закрытую базу, открытую базу без замка. Мне нужна, чтобы я туда просто замок въебал, нахуй. И она была бы моей, понимаешь? Потому что замок я с собой таскаю. И таскаю очень долго. Птички поют, блядь. Заебись, все весело. Птички песни поют. А мальчишек кто тут? Вот, сука. Не бежит он сюда, точно. Это сплошная тишина. Был шанс, конечно. Можно было рвануть сразу на перерез ему. Подставиться. Получить въебало. И бомбануть. Но мы попытались с тобой грамотно вычислить чела. Жалко, больше выстрелов он не совершал. Хотя так глупо расходует и боезапас, и просто, блядь, зомби ходит и пиздит, блядь, по серверу. Его должен кто-то наказать на самом деле.
Но нет, не везет мне пока на жертвочку такую. Такую беспалевную, знаешь. Он прям беспалевный чел. Ладно. Не, игруха охуенная. Я прям тащусь от нее. Надо сделать схрон и спокойненько бегать по аирдропам. Полуголеньким нахуй. Что залутал там? Пестик взял с собой. Побежал. Уничтожил кого-то, уничтожил. Бейджиков мало у меня. Один я не смог снять тогда. Итого у меня 3 жертвы пока. Бейджики нужно куда-то сдать. Хотелось бы на черный рынок. Значит так, братишка мой, сестренка, если ты хочешь еще Дейза, не забывай въебать мне лайк. Нихуя там база. Не забывай въебать мне лайк. И мы с тобой увидимся уже на новом видео. Значит, я пытаюсь выживать. Пытаюсь найти жертву. Ну ты видишь, да? Пока у нас с тобой небольшое невезение, но мы двигаемся по целям. Это очень важно. Будем выполнять дальше цели. Значит, люблю, целую. С тобой был я, отец Шиморо. Пока-пока, братишка.